и говорит: слушай, к нам кум идет. Говорит: да ты что, зачем мне это надо, мне надоело. Говорит: я спрячусь в гардероб, ты скажешь, у меня дома нет. Он заходит, говорит: а где кум? Говорит: да его дома нет сегодня. Он говорит: да ты что, я такую бутылочку хорошую купил, ну выпей со мной немножко, ну куда же я теперь? Она говорит: ну ладно, давай, выпили. Он говорит: можно я тебя обниму? Она говорит: ну если ты хочешь, ну обними, так что ж. А сколько стоят вот эти диски? 50. 50 каждый? Ну-ну-ну-ну-ну. Говорит: а можно я тебя поцелую? Я так с молоду тебя люблю. Она говорит: ну поцелуй, если хочешь. А муж сидит, поддерживает, все это слышит, говорит: вот зараза. Ружье есть, патроны есть, причина есть, а меня дома нет. Молодец. Как тебя зовут? Надежда. Наденька. Да. Оставь e-mail, я буду сообщать, когда очередной ролик. Да подожди ты, господи, у меня тут процесс.